Привет, мои хорошие, с вами Сирена Свей, и сегодня невероятное видео, потому что я дождалась, наконец-таки, мой заказ просто нереальный. Мы сегодня будем вообще с вами, на самом деле, красивые. Мы так вот, я сделаю такой небольшой обзор на это, а потом подробно я буду описывать это в других видео, если вам будет что-то интересное. Но сегодня у нас будут супер-мега-кудри. Но я еще на самом деле не пробовала, но я уверена, что они будут супер-мега-кудри, потому что я заказала вот такую вот плойку с большим диаметром. У меня, как вы видели, плойка есть, вот такая она, сейчас я ее достану, покажу. У меня есть плойка такая, ну, тоненькая, да, обычная, классическая. Я всегда хотела вот такую вот плойку себе большую, для того, чтобы кудри были более естественные, какие-то плавненькие, вот такая вот она. Вот такая плоечка. Ух тышечки. Ух тынечки. У меня такой не было никогда. Ой, мы посмотрим сейчас, что это будет. В общем, здесь у нас вот такие кнопочки, подставочка. Так, снимаем пленку. Здесь будут у нас циферки. И в комплекте идет вот такая вот перчаточка. Ну, чтобы было удобнее работать. И еще пришла вот такая крутая расческа. Блин, эта вообще такая супер модная. У меня теперь есть крутая расческа. Ее я уже, конечно, потестировала. Она действительно классная. Смотрите. Ай, розовая. Ай. Вот. И она супер классно вообще расчесывает. Прям с первого раза. В общем, она меня... То есть я ее... Она меня полюбила, хотела сказать. В общем, я ее полюбила. Вот. Вот такая расчесочка. Это у нас фирма Дюволь. Фирма Дюволь. Вот такая вот. Так что мы сейчас с вами включаем и делаем супер-мега-кудри. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, я поставила ее нагреваться, и она уже у нас горячая. Это произошло 2 секунды. В чем преимущество этой плойки, которая называется Pro Series, Дюволь Pro Series. Она нагревается очень быстро и равномерно. Вот. Здесь также можно выставить температуру от 130 до 200 градусов. Вот плюсиками и минусиками. Шаг здесь в 10 градусов пошагово можно сделать. Ну что, приступим, мои хорошие. Потому что уже все нагрелось. И я начинаю. У меня, кстати, плойка до этого была, она неравномерно нагревалась. И у нее вот здесь было горячее, а вот здесь было все время холодное. А я, когда накручиваюсь, вот, кстати, все время у меня волосы оказывались вот здесь. И потому очень круто, что она... Можно теперь не париться за это. Вот у нас с вами получились шикарные легкие кудри. В чем плюсы вообще? Я пока крутилась, заметила. Тем, что нет вот этой штучки, знаете, как раньше. У меня просто плойка, она с такой штучкой, которая крепится. И она все время мне мешала, потому что из нее вываливались волосы. И я поверх вот этой штуки все время наматывала вот так вот волосы на завивку. Мне нравится, что достаточно быстро завивает все, даже несмотря на то, что я беру крупные пряди, потому что я не люблю долго завиваться, и даже крупную прядь она достаточно быстро завивает. И вот сейчас я держала не так долго, да, но и брала крупные пряди, и при этом получился очень такой натуральный, легкий, ну, в общем, супер-мега-укладка, мне кажется. И я вам скажу, что 7 минут, ровно 7 минут я крутилась. Вот. Вот что получилось. В чем еще здесь плюсы? В том, что можно регулировать, естественно, нам градус, да, то есть можно бережно, можно, я как всегда на полную мощь, чтобы было быстро, вот, можно регулировать вот этот градус, включение-выключение, кнопочки вообще абсолютно никак не мешают, они немного углубленные, и потому даже если вы берете вот так плойку, даже по этим кнопочкам, они не нажимаются. Крутится вот эта штучка очень удобно, ничего здесь не мешает, не забивается ничего лишнего.
Вот, здесь титановые пластины, они очень быстро нагреваются, все равномерно, даже когда мои волосы куда-то скатываются, особенно вот в этой части, они все время, вот у кого так, скажите мне, все время в этой части, хотя в других плойках нагревается только вот здесь, вверх. Здесь нагревается все равномерно, и поэтому где бы ваши волосы ни оказались, они все равно будут накручены. Вот, вот такая вот фирма Дюволь. Вот, мне очень нравится. Я довольна, это супер. Итак, после этого я могу вам смело рекомендовать эту плойку. Там есть разные, у меня толстая 32 диаметр, там есть поуже, есть всякие другие завивательные штуки, я надеюсь, что скоро они у меня тоже будут. И мы будем вообще с вами такие супер-мега красивые. Еще мне пришла косметика. Вы говорили, а где матовые помады, Да вот они, и не просто матовые помады, а еще с другой стороны с блеском. Два в одном. И сейчас на мне одна из них. Вы мне часто задаете вопрос, что у тебя на губах, Вот сейчас у меня на губах вот такая вот матовая помада. Это номер, так, Strawberry Mousse называется, И я накрасила специально для того, чтобы волосы мои, вот так вот они будут сейчас, да, вот. Никаких следов. Как видите, я знала, что волосы мои будут сейчас в разные стороны, и я должна быть красивой. Я накрасила вот этой вот помадой, такой яркой, красивой, Strawberry Mousse, для того, чтобы быть прекрасной. Но, с другой стороны, здесь есть блеск. Это для того, чтобы увлажнить. Знаете, что самое интересное? Я вообще покупала как-то себе матовые помады, и мне не нравится, что они очень-очень сильно сушат губы. Ну, я не знаю, все, конечно, относительно, но я сейчас с большим комфортом все это время провела с этой помадой, и я не чувствую никакой сушки на губах. Она очень классно ложится, что меня удивило. Знаете, бывает нужно равнять, она достаточно яркая. Бывает нужно равнять вот так вот там перед зеркалом 3 часа. Нифига, я так быстро ее накрасила, она как будто заливает, знаете, мой контур губ, и все очень, ну, происходит быстро. То есть быстро красит. Это у нас называется Peak Cosmetics. Значит, смотрите, с одной стороны матовая помада, которая супер прекрасно ложится, она не имеет никакого запаха. Вот он, сводчик для вас. Красивая, очень красивый цвет. А с другой стороны у нас супер мега пахнущий бальзам, и как раз таки сейчас я хочу его нанести. Посмотрим, что будет. Ну-ка, зацените. Вот блеск получается. Как он вкусно пахнет, я не знаю, что у него за запах, но он прям вообще чем-то таким сладеньким, классненьким пахнет. То есть вот, если вы захотели увлажнить, или вот уже, допустим, завершили все, да, пожалуйста, вот вам блеск. Можно его даже еще отдельно использовать. Значит, смотрите, у меня пришло... Сейчас, где в моей любимой помадке? Вот они, я взяла, солнышки мои. Я взяла, выбрала себе самые невероятные цвета. Вот это такой темно-малиновый. Я давайте вам сделаю сейчас сводчики, а вообще я сделаю отдельное видео, где я все на себе нанесу, и вы скажете, что мне больше всего идет, потому что здесь есть такие цвета, которые я никогда не пробовала. То есть вот мне нравится вот этот цвет. Вот он. Это такой кровавый красный. Супер. Супер-супер. Он всегда и везде, да, подойдет нам. Потом, вот такой, например, я никогда не носила цвет. Вот вам сводчик. Смотрите, он коричневый. Даже не знаю, да? Нужно, может быть, что-то определенное одеть под него. Но я вообще сейчас одела специальную кофточку, чтобы думала, попробую все. На самом деле не хочу, чтобы длинное было очень видео. Поэтому я вам просто сводчики оставлю. Оранжевый такой немного. Он беж с оранжевым, смотрите. Да? Ну вот здесь он такой яркий, а вот на... Вот я смотрю, что он прям беж такой. Вот загорелая, когда буду. Я счастлива, вы не представляете себе, как могут матовые помады порадовать женщину. И вот такой еще цвет, тоже невероятный, необычный, видите? То есть я взяла вообще такие тренды, и плюс то, что еще не пробовала никогда. Вот, значит, Peak Cosmetics. Все эти цвета, ну, я вот сделаю отдельное видео тогда, да, вы, в принципе, если вам интересно, я и на Дюволь оставлю ссылочку, где я взяла. Ссылку внизу оставлю, проходите, посмотрите, может быть, вам другая какая-то завивка понравится, но это бомбическая вообще просто плойка. Дальше я оставлю вам ссылочку на Peak Cosmetics, тоже отдельно ссылочку внизу, вы увидите, там на самом деле все очень трендовые цвета,
Очень классный вы. Вот. Значит, я теперь такая супер-мега-модная. И еще от Peak Cosmetics тоже пришло вот такое вот. Что это, думаете? Нет, это не очки. Футляри привыкли, да, что очки были? Это не очки, это тушь. Но это такая специальная тушь. Она увеличивает ресницы. Мы сейчас с вами это быстренько проверим. Она на самом деле состоит из геля такого. И вот такая штучка, на ней микро-микро такие вот элементы. Вы знаете, у меня когда-то давно, я уже не помню в какой марке, какой-то люксовой, у меня была такая тушь с микро-частичками, и она делала очень шикарные ресницы. Здесь же, если это все еще отдельно сделано, здесь же просто невероятно. А вот такая вот штука, она вообще, она как будто из, я не знаю, шерсти что ли, как будто, да? Но когда я ее нанесла, давайте вам на эти же, когда я ее нанесла, вы, может, увидите. Нет, вы не увидите, потому что... Вот. А ну-ка. Ворсиночки, видите? То есть, это все из ворсиночек. А это такой у нас гель, ну, специальное средство, которое мы наносим поверх нашей туши. Вот, например, я накрасила сейчас один слой туши. Смотрите. Один слой туши. Давайте я поближе сейчас вас подвину, и мы все это протестируем. Вот, у меня сейчас один слой туши. Просто обычной моей простой самой. И сейчас я нанесу гель, а сверху нанесу эти штучки. И мы посмотрим, что у нас получится. Я открываю сразу штучки эти, чтобы гель пока не подсох. И давайте я сделаю это на одном, чтобы увидеть разницу, правильно? Так. И сверху мы наносим вот. О, ого! Ой, мамочки! Огошечки! Тут даже сравнивать не надо. А, она еще и подкручивает. Охренеть! Сейчас вам покажу. Смотрите. И это после первого раза. Вот это да. Вы видите? А если мы сделаем второй раз с вами? Ну-ка. Ту! Гель. Прям накладные ресницы получаются. Вот я нанесла второй раз, второй слой, и теперь я фиксирую этим же гелем. Ну и как, по вашему мнению, быть довольной? Посмотрите, это же очевидно. Ай, класс какой. Та-дам! Сейчас я сделаю вторую и все. Ну вот и скажите мне, как я... А, кстати, вот эта тушь называется Campfire. Campfire, тоже от Peak Cosmetics. Круто, правда, стильно? Ну вот просто это нужно с собой брать и хвастаться ходить. Как я после этого не могу быть счастливой? Вы меня понимаете? Понимаете? Ой. Ой. Отстань. Все, я счастливая. Ну правда, блин, это мои фавориты. Теперь это мои фавориты. И я теперь вообще просто... У меня должны быть отдельные ссылки на любимые продукты, на любимые магазины. Вообще. Ну, я уверена, что вы еще много раз будете спрашивать, потому что теперь я буду краситься только этими матовыми помадами. Два в одном, потому что это круто, это же два в одном. И цвета, а такие названия. Cherry Twist, Cacao, Milk Way, Strawberry Mousse, and... Iced coffee. No. Ой, сейчас я пойду в Инстаграм. Прямую трансляцию. До этого два дня я была не накрашенная, такая выходила в трансляцию. А сейчас такая красота, руку сотру только. Ох. Выйду, они офигеют, они скажут: о боже, Селена! Что с тобой? Ты заболела? Теперь, когда я не накрашена, это нормально моет. А когда я...
накрасилась, я заболела. Я не удивлюсь, сейчас начну все спрашивать, чем кудри сделала. Что за помада? Пойду делиться с вами. Для тех счастливчиков, которые у меня в Инстаграме. Итак, мои хорошие, все ссылки внизу. Делайте себя счастливыми. Если меня смотрят мужчины, мужчины, порадуйте свою женщину. Она вам скажет огромное спасибо, если вы приобретете ей такую косметику. Все ссылки внизу. Я с вами прощаюсь. Пока-пока!